В Кировском районе Самары убирают мусор, который остался после сноса гаражей возле многосекционного дома 267 по улице Старого Загора. 142 объекта появились там незаконно и мешали содержать инженерные коммуникации. Да и многие жители были недовольны. Силами администрации и собственников гаражи демонтировали. Через неделю территорию приведут в порядок. Не очень комфортно в таком окружении находиться. И грязь свозили. В общем, мы и видели, что гаражами не пользуются, как свалка. Очень, конечно, хотели, очень были рады, что наконец-то все это убрали. Теперь жители домов 267Е и 267Ж хотели бы видеть на этой территории стоянку или парковку. Инициативная группа планирует принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо этого, местные активисты готовят заявку для участия в губернаторском проекте «Содействие», чтобы в их дворе появилась современная детская площадка. Несанкционированные свалки в Кировском районе выявляют активно. Администрация реагирует на сообщения жителей, оставленные на официальных страницах районной администрации в социальных сетях, а также поступившие посредством обратной связи на сайте admkir63.ru. Площадь территории здесь, занятая гаражами, составляет порядка 4000 квадратных метров. Объем оставшегося мусора составляет порядка 500-600 кубов. Работа продолжится и по вывозу мусора, и по ликвидации гаражей. Что касается вывоза мусора, то в период месячника по благоустройству у нас с территории района общими силами вывезено уже на сегодняшний день 11500 кубов мусора. Сообщения граждан в социальных сетях фиксируются и муниципальным центром управления Самары. Основные инструменты работы МЦУ – это система инцидент-менеджмент и госуслуги «Решаем вместе». Каждое сообщение, поступившее на эти платформы, обрабатывается и направляется ответственным специалистам для реагирования. Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.